выполнение работ по строительству внутриквартальных тепловых сетей для теплоснабжения двух строящихся жилых домов. Значит, мы помним, что был вопрос в том числе и жителей, которые жаловались на то, что необходимо провести тепловые сети. Тепловые сети будут перекрывать проезжую часть, но сначала мне нужно само понимание и характеристику, когда, как идет процесс укладки тепловых сетей к данным домам, кто доложит? Игорь Петрович, директор ООО «Магистраль» Боровский Олег Юрьевич. То есть вы занимаетесь? Да, занимаемся тепловым. Да, пожалуйста. Значит, на сегодняшний день участок от тепловой камеры, расположенной возле торгового комплекса «Лента» до улицы Средней. Лотки уложены, трубы уложены, сварены, частично проведены дневные испытания. На сегодняшний день практически 30% готовности. Погодные условия маленько подвели, но с понедельника захожу на улицу Среднюю, потому как и погодные условия позволят, и грязи меньше развозить, так что я думаю, нормально. По проекту, когда, соответственно, у нас, вспомним уже сказать, когда у нас подведение по проекту, значит, тепловых сетей данных домов? В сентябре. До 1 сентября должны сделать. До 1 сентября. Болотистый участок, соответственно. Самый сложный. Самый, да? Сложный, да. Дальше уже проще будет. То есть это в соответствии с проектом, правильно? Хорошо. Значит, вопрос к строительным организациям по первому дому и по второму. Значит, у нас все подготовлено, закуплено все необходимые материалы для того, чтобы провести стыковку тепловых сетей. Так, по первому дому. Вы, пожалуйста. Готовность имеется в виду, что сети ведут. Насколько у вас инженерка готова, значит, присоединение к этим тепловым сетям? 30% материала мы закупили. Так. Внутри, как в цокольном этаже, как вы говорили, на четверг. В прошлый раз мы докладывали. Четверг у нас готовность. У вас когда будет готовность? Вот, допустим, я слышал, да, что 1 сентября это... Все будет, значит, подведено. У вас до какого числа будет готовность? Конец августа. Конец августа, да? То есть мы можем по протоколу обозначить срок 25 августа, да? Так, хорошо, второй дом. Все есть, да, материалы? Готовность когда уже будет? Ну, я думаю, середине августа. Ну, то есть тоже. Хорошо, давайте тогда общий срок до 25 августа. Позже нельзя, раньше можно. Таким вот образом. Так, у вас тоже все висевериалы полностью все закуплено. Хорошо. Проблем нет. Второй вопрос по перекрытию дороги, которая связывает с жителями. Как вы там планируете, за сколько этот участок сделать? Максимум за 10 минут. А когда будет перекрыт? Ну, погодные условия, я думаю, с понедельника приступим. То есть, а у жителей? С жителями согласовано. Согласовано, да? Согласовано, понимание, да. Есть, как они будут объезжать? Да, да, да. Проведены диаметр весит... какой труб? 159. Их две, да? Две трубы. Две. Ну, спустя, два. Хорошо, я попрошу Сергея Александровича еще раз продублировать. Жителями проработать вопрос, значит, согласованности, да, по объездному участку, где у нас будут тепловые сети проложены, чтобы жителям не было вопросов. Хорошо. Хорошо, спасибо.